Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее. Ребяшки, давненько не было Резидента, знаю, понимаю, прекрасно понимаю, дико извиняюсь. Дело в том, что после выхода из отпуска на работу на меня прям навалилось все то, что накопилось за отпуск. И, блин, я на самом деле крайне удивлен, если честно, ребята, вот крайне удивлен. Вроде бы лето, казалось бы, ребята, отдыхайте, гуляйте, катайтесь на аттракционах, на каруселях, в парке ходите, шашлычочки жарьте, ездите на речку куда-нибудь, плескайтесь. Нет, бляха-муха, тащут и тащут, все у них, блядь, ломается, надо что-то чинить, надо что-то заморачиваться. В общем, по уши был в работе и по большому счету выкладывал то, что успел записать за отпуск. Все, сегодня я прям психанул. У меня там нормально все? Хорошо? Бля. Вот, сегодня я психанул, у меня сегодня первый выходной после отпуска, представляете, это сколько прошло? 12 дней прошло, у меня первый выходной, 12 дней отработал без выходных. Буду сейчас, вот я прям проснулся, если вам кажется, что у меня рожа помятая, то это вам не кажется, это я потому что только проснулся, умылся и плотненько позавтракал так, бахнул кофейку, поэтому от кофейку еще маленько сушняк сейчас такой будет, вот такой, слышите, да, какой сушняк? Будем играть, ребятушки, в Резидент. Я твердо намерен сейчас часа 4 прям положить своей жизни в игру Резидента. Блин, я очень сильно соскучился, это первое. И второе, я совершенно не помню управление, поэтому сейчас будем тупить, умирать. Я буду материться, смешно ругаться, блядь, и прочее, прочее, прочее. А самое главное, что я не помню, что мы тут делали. Так, подожди, надо погромче сделать. А, вот так, хорошо. Отлично. Так, по-моему, мы в церковь пошли, да? Да. Да. А еще знаете что, ребятушки, хочу вам сказать. Я тут что-то психанул с легонца и заказал себе новый здоровенный 27-дюймовый монитор на 165 Гц, потому что меня задолбало, что у нас бывает сбой изображения, скажем так, сбой записи из-за того, что... Бля, я сюда выйти не могу, прикинь. То есть меня все похоронили. Из-за того, что у меня мониторы с разной герцовкой, вот, решил заказать себе все-таки мониторчик тоже с большой герцовочкой, чтобы все было хорошо. Вот, так что скоро придет, я думаю, что в течение недельки придет, и тогда будет вообще все волшебненько. Будем записывать, ого-го. Я вот думаю, то ли психануть и поставить 2К монитор. Потому что у меня до сих пор Full HD, мне как бы хватает. Вот я не знаю, зачем люди покупают 2К, 4К, я как бы видел изображение. Здесь мы все облазили, да? Через меня как бы этого железа проходит куча. Но я не понимаю, вот с моей диагональю, зачем больше. Хотя если 27-й поставлю, может быть, захочется, поставлю, может быть, это 2К. 4К не хочу, не понимаю, зачем пока. Может быть, в будущем, когда-нибудь... Но сейчас пока не хочу. Вот, а еще буду перебирать аппарат в новый корпус. Как только переберу, в Телеграм вам скину фоточки. Так, подожди-ка. Ага. В Телеграм вам скину фоточки. Вы поэтому, если что, заходите. Я понимаю, что вот эту штуку надо использовать, да? Ой, 3 минуты напиздел. 3 минуты просто напиздел вам. Сейчас всякой ерунды. Так, постой. Как это должно... Ага. Не, подожди. Не, подожди. А, понял. Понял! Он понял! Все, ясненько, я догнал. Нет, стой. Блять, они так неудобно это сделали. Вот так вот. Так, и, соответственно, красный цвет. Дороги нет. Все хорошо. Это было просто. Это было несложно. Это было совершенно несложно. О, есть ли кто-нибудь здесь? Тут кто-нибудь ест? Недавно проходили хоррор, помните? Если не видели, посмотрите. Про заброшенную больницу. Ух, было классно, блин. Ой, честно говоря, соскучился прям по хоррорам. И уже не так сильно хочется проходить какие-то серийные прохождения. У меня вот... Ну, так, спокуха. Эшли, ты тут? У меня вот стримчик был по рафту с девчонками. Прям так кайфанул.
Я вот думаю, надо бы... Last of Us как-то, блять, вот за него надо взяться, понимаешь? Тоже спрашивают, когда Last of Us, когда продолжение, а я понимаю, что... Опа. Опа, девчачий телефон. Ладно. Получен документ. Ладно. Я понимаю, что его надо допройти, но, блин, заставить проходить его посерийно себя я почему-то уже не могу. А стрим по нему затевать, вот представляете, в прошлый раз я потратил, сколько мы играли, 4 часа, да? Нет, 5 часов мы играли. Это около 6-7 серий, то есть недельный запас Эшли. Видео. Эшли Грэм, ты тут? Я заткнулся, подожди. Вау, спокойно! Не подходи! Слушай. Тихо, детка. Полегче, давай. Дай сюда, поранишься, ты чего? Я здесь по приказу президента. Зови меня просто Линти. Ну, идти, твою мать. Отлично, еще и догонять ее теперь, да? Такой уставший тип. Прям такой, да ёб твою мать, блядь. Снаружи опасно. Ну, прекрати. Прошу, выслушай меня. Что это? Вон там. Как у нее быстро отлегло. Бля. Догнать и... А, телепатическая связь, да? Сбежали. Подарите же им спасение. Не надо нас спасать, пожалуйста. Пожалуйста, не надо нас спасать, мы сами. Ебать, голова завершита. Ну, пускай будет печатная машинка. Это я всего так маленько не дошел до конца главы, ничего себе. Ладно, давайте сделаем новую запись. Ага, далее пошли. Так вот, можно было записать целых 6 видосов и целую неделю выкладывать. А я просто просидел 5 часов за стримом. И не записал ничего. Что нам делать? Твой отец мне верит. Так что придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Кто там у вас облизан, блядь, постоянно? У них, блядь, в оригинале, помните, у них кахедла была? Чуть что, сразу кахедла. Надо валить отсюда. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, стопы. А у нас тут... Какие-то сокровища. Подожди, здесь, что ли? Ой, облизан. В оригинале кахедлу орали, а здесь у них что-то все облизано. Странная фигня. А, я понял. Вот, нашли. Подожди, я, может быть, ножом достану? Ебать. Опа, жопа. Эшли, отлично. Но, серьезно. Ой, она в шортах. Это нечестно вообще. Желтый алмаз. Твоих драгоценных глаз. Больше ничего нету? Серьезно? Абдристан. Так, присядь давай, детка. Так, здесь ее сотовый телефон, наверное, он ей недорог, как память, если она его не поднимает. Да и кому она сейчас будет звонить? Лестницу. А, теперь мы можем при помощи нее залазить вот на такие моменты. Я помню, это получается, мы еще в деревню вернемся, получается, да? И в дом Распутина тоже вернем. Нормальный ход, мне нравится. Ох, я предвкушаю. Как нам отсюда выбраться? Да сейчас выберемся, не переживай. Блин, такая погода мерзкая, капец просто. Куда не надо, стой! Стой, не уходи, не надо! Нет, блядь! Стоять нахер, это говно какое-то. Я думал, он в окно просто посмотрит. Хоть недалеко ушли, пришлось перезагрузиться. Пизда противно-то, а? Привет. О, 5.
Что это такое? Прикрепляемые мины. Во, патрон для пистолета. Это хорошо. Спокойно. Эбаут, у меня сколько гранатов? Стрелы какие-то. Идите-то налево. Подожди, а чё мы... Не-н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 е. Давайте-ка мы сделаем сразу патроны. Для дробанидзе, а чё нет-то? Патрон для дробанидзе всегда надо. Опа, крыса, здравствуй. Опа! Опа! Мне нужно тебя убивать или нет? Стой, грызун, бля. Грызун, иди сюда. А! Блять, не нужно было, оказывается. Ладно. Да вы издеваетесь. Получается, грызун пострадал ни за что. Вот тебе, пожалуйста, сокровища нашли. Аксессуар. Очки Веллингтон. Как говядина, только очки. Золотой жетон. Блин, кстати. Наверное, не буду я участвовать в этих стрельбах. А что у меня вообще за... Ага. В этих стрельбах, потому что нихера хорошего там по этим жетонам не выпадает. Ну ничего дико полезного нету. Мне неинтересно, если честно, надрачивать в тире. Играл бы я чисто для себя, допустим, без вас, без. Ну или на стриме, где времени просто ураган и буран. То, конечно, да. А вот так вот летсплеить. Че, блядь, кошачья шерсть опять в роте делает? Да лови! Вот это жопа. Нормальный такой кардан, да? Орешек прям. У-у-у. О май. Это уже попрощалась с жизнью, все. Такая лежит. Иди, твою мать. Неужели это я? Спасибо. Спасибо. Покакала? Молодец. А, я понял, где мы. Ай, бля, больно. Давайте присядем. Гнездо. Орленок у меня. Поняла. Она цела? Да. Вполне. Отлично, Кондор-1. Высылаю за вами вертолет. А тут лестница была. Место эвакуации. Доберись туда и любой ценой защищай Орленка. Окей. Понял. Живи. Погода портится. Окей. Отбой. Так, где у нас... Вот здесь? Вот здесь точка эвакуации? Подожди, а это что такое? Мы же здесь были где-то. Что это такое вообще? Это деревья. Я представляю, я забыл вообще все. А, вот деревенская площадь. Нихуя не помню, где это. Ладно, пойдем. Тихо-тихо-тихо-тихо, держать надо. Все, я понял, не психуй. Ага. Так, ну нам получается через кладбище вниз сейчас. Нам сейчас через кладбище вниз. Ладно. Ладно, пойдем. Пойдем разберемся. Режим передвижения Эшли. Использую Ctrl для подключения между. Режим передвижения Эшли. Ага, хорошо. А, расстояние. Хорошо. Oh my. Назад. За мной. Ага, я понял, все. Спасибо. Ага, в попе курага. Бабка, ты одна? Бабка, стой спокойно, смотри вперед. Хорошо. О, бля. Неприятненько, да? Так, давайте-ка маленечко сныкаемся за камешек. А, вон идут, 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 ублюдки. Идут ублюдки, давайте-ка мы их пропустим. Пусть они идут в церковь спокойненько. Пущай молятся своим облизанным богам. И главное, не бздни. А то спалишь вообще всю контору. С топором, мужчина. Так, встань за мной. О боже! Слышь, да убожество! Что с этими людьми? Без понятия. А как он меня увидел-то? На нахуй. Так, ну-ка, сейчас доставай топор. Давай драться. Драться на топорах, давай. Бей меня. Опа! На нахуй. Действуй бесшумно, понял что? Так, все, идем. Бля, спокойно, 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 спокойно. Не надо на нас смотреть. Эшли, не смотри на них, они на тебя тоже смотреть не будут.
Присядь, дура! Чё творишь-то? О, бля, в спину топор, нихуя си! О! Бесеты нашел. Куда? В смысле, я же схватили... А, понял. Я вообще-то попал в тебя. Нет! Пошли, Эшли. Берегись! Я берегусь, Эшли, я берегусь. Пойдем. Гори в аду. Нет, 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 не вздумай превращаться. Кухонный нож, все, спасибо. А, что потратил, то забрал. Ножи какие-то хлипкие у них, ребят. А это? Кахадло? А есть-то кахадло? Давай, иди сюда. В голову. Два раза в голову. Ну нет, ну пожалуйста, не надо. Да ёб твою мать. А, ну тоже нормально. Три патрона. Три патрона. Есть еще облизанные там? У кого там АЕС-то облизано? Ладно, все. Пойдем. Не будем провоцировать. Тем более, что впереди торговец. Подожди, бочки все заново восстановились. Патрон для дробана нашел. Че, дым глаза щиплет? Куда фига туда дым? У меня есть новинки, чужак. Да ты че, давай посмотрим. Продажи есть очень редкие. Так, рыбалет. Прицел, световая граната. Блять, нужна ли мне световая граната? У меня они есть, как бы. Я не знаю, зачем они мне сейчас. Нет, не нужна. Тоже такое себе. Улучшить силу, прочность, эксклюзив. Починить. У тебя есть купон? Нет, слава. Спасибо. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Боезапас здесь надо увеличивать тогда, когда мы полностью расстреляем все 6 патронов. Прийти просто с пустым дробаном, и можно бы... Стой, это что? С бешеной собакой, которая бегает по деревне, ее легко заметить, она отличается от обычных собак. Окей. Ага, особняк деревенского старосты. Прекрасно, туда сейчас сходим. Сохранить игру, безусловно. И, конечно же... А, давай сюда. 23 сохранения уже сделал, между прочим. Подожди, может мне немножко камеру так пустить, чтобы вы видели мою мужественную грудь. Привет, чужак. И тебе тоже привет. Эй, давай отдохнем. Гуд. Куда ты собралась отдыхать? Ты что, дурочка, блядь, что ли? Тут пиздец такой творится, она говорит, давай отдохнем. Где? Но надо идти. Ясно. Тебе постелить, может, здесь что-нибудь? Прикорнешь ненадолго. Так, автосейв сработал. Не к добру, кста. Немножко пиассетов. Стой. А, нет. Все норм. Чуть не могу понять, картинка плавная или не плавная. Слушай, ну в целом вроде как плавненько, да? Дует что-то. Про погоду Ханиган не врала. Опа. Ток, не превращайся, пожалуйста. Слушай, подожди, так а у них же сейчас... Здесь все перекрыто, да? В смысле? Так вы только через это окно можете пройти, что ли? Пошел в жопу. Я вас сейчас отсюда не выпущу просто. На нахуй.
На нахуй. О, с вилами вышло. Давай, мужик, ты сможешь. Давай, бабка с вилами, давай. Ой, плохо. Не успел. Воу-воу-воу-воу. Успел. Вот не успел, так не успел. Да нет. Ты, блядь, попадешь в него, нет сегодня. А, бля, горячо-то как. Засунься обратно. Видишь, как я мужественно горю? Стекло ебаное. Так. О, бабуль, здорово, давай. О, нет, 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 нет! Вот те раз. Сейчас догорит. Все, все пришли. С, значит, стратегия. Секунду. Ага. Так, вроде нормально. Нормально же? Нормально. Все равно подогревается. Блять, окорочка, я думаю, люди висят. Все равно подогревается, малёха, комп. Не знаю, сейчас вот новый системочек приедет. Сегодня вроде корпус должен приехать. Если... если курьер не поступит по всратому как-то, господи, я думаю, у нее шея в крови, то сегодня приедет корпус, буду перебирать. Бля, я не знаю, чего, сюда, наверное, пойдем. Подожди, а может быть я смогу вот здесь это пройти? Здесь же где-то... А, во-первых, ребят, стопэ. Во-первых. Иди сюда. Женщина, иди сюда. Ладно. Ты должна открыть оттуда проход. Задний желательно. Все равно сейчас когда подтормаживает, я не понимаю, что за говно, блядь. Хвалю. Ага, элегантный браслет, хорошо. Причем здесь-то у меня... Опа. Сама-то игра не тормозит ни капельки вообще. Вот не... Бля, может быть, надо было... Сейчас, наверное, тормозну. Сейчас надо сохраниться где-нибудь. Где у меня здесь ближайшее сохранение? Ебать. Ну, торговцы, что ли? Сиризли. Ладно, давайте эту сцену пройдем, и я потом сохранюсь и выйду из игры. Дровишки обновлялись, может, из-за этого. Нихуя не понимаю, вообще бесит меня, блять, это. Бесит прямо со всей силы, не могу. Я просто не понимаю, в чем дело. То есть вот прям почему подтормаживает, я не понимаю. Именно в записи. То есть в самой игре ничего не подтормаживает. Все, блядь, архиплавно и сверхплавно. В голову тебе, на, как тебе? А, бля, мимо получается. А, вас двое? О, давай иди сюда. Я тебе в ногу вообще-то попал. Ебать. Куда ты нахуй?
Бля, началось. А, дешевле было, конечно, спрыгнуть и его добить. Сейчас полезет, сука, наверх. Выпердыш. Спасибо, камера, блядь. Камера-то не помогала. Тем временем у меня заканчиваются патроны. Вот здесь вот, допустим, не тормозит же, да? Нормально вроде. Я не знаю, ребят, я не знаю, правда. Я нахуй забью хер и не буду проходить эту игру. Потому что остальные игры нормально записываются. Конкретно вот с этой бедой какая-то. Я ее пройду, блядь, вот так, чисто для себя. Такими темпами. Такой. Здрасте вам. Так, постой. А нам, получается, сюда и надо. Но мы можем сходить еще к старости в деревню. Так, давайте я сейчас перезагружусь. Вот здесь я видел сейф. Да, на записи тормозит, сука. Я прям вижу, я прям, у меня даже камера на записи, блядь, он тормозит, лагает. Я не понимаю, в чем дело. Этого просто не может быть. Да может, может, может. Так, вот этого просто действительно не может быть, чтобы так тупило. Чтобы так тупило железо, такого быть не может. Я не знаю, почему это. Так, ладно, сейчас я тормозну запись, тогда будем перезагружаться. Будем так, смотреть. Ребяшки, ну вроде как работает. Так, давайте пойдем потестируем. Я вроде как здесь кружок-то сделал, побегал, вроде нормально было. Сейчас поглядим. Не знаю, какая-то конкретно, блядь, проблема вот с этой игрой. Что к чему, я не понимаю. Я уже, сука, мне эта игра всю печень, блядь, свернула. Так. Нам надо сходить в домик старосты, насколько я помню. Там какая-то собака должна быть бешеная. Сейчас для бешеной собаки у нас 10 верст, конечно же, не круг. Сейчас сходим. Если я правильно помню, то нам куда-то вот сюда надо идти. Ох, как меня подбешивает это. Господи, вы не представляете себе. Это, конечно, брошу нахер-то нужна. Тут у нас бочки новые не появились? Не появились, обидно. Вроде как плавненько. Все вроде работает нормально. Тут бах, какой-то затык, блядь, начинается на ровном месте. Ну прям это же ненормально. Я теперь точно простужусь. Ой, не ной. Простудиться это наименьшее вообще из проблем, которая может возникнуть здесь сейчас. Так, здесь у нас тоже ничего нету. Я так хочу домой. Ой, не ной, ну не ной, ну правда. Эшли, ёпта. То у нас приключения только начинаются, на самом деле. Так, вот здесь в доме, по-моему, был... Да, не точно, по-моему, а точно он был. Момент на втором этаже. Так, здесь не будет каких-то диких ебанатов, нет? Надеюсь, что нет. Так, второй этаж-то где у нас? Оло. Да, вот здесь. Был момент, куда тоже можно было загнать Эшли. Давайте попробуем. Бам. Ну, вроде плавно работает. Да, вот здесь. Я сейчас просто смотрю прям вон туда, вот в соседний монитор. Вроде как нормально все. Last of Fear проходится замечательно, блядь. Индюхи проходятся замечательно. Блядь, резидент какой-то, сука. Который работает вообще на печатных машинках. Здравствуйте, сова. И так презрительно на меня смотрит. Опа, желтая трава. Мысли о былом. Это хорошо. Давайте сразу его замешаем. Может быть, красную найдем. Блять, надо было торговцу продать всякую парашу. Господи, вот олень. Пиассеты. Какая-то артефактная доска. Да, я еще и открыл окно, ребятушки, потому что... Подожди. Просто фотография, ничего важного нет. Может быть, посторонний шум какой-нибудь, но очень сильно жарко. Очень сильно жарко. Опа. Поэтому окно поможет.
Так, сегодня старейшина доверил мне вести дела в деревне. Он сказал, что я постепенно освою свои новые обязанности. Начну с того, что буду вести хронику нашей деревни. Есть много слов, которые я пока не могу написать, но старейшина поддерживает меня. Буду стараться. В доме у озера живет маленький мальчик, вот такой, со своим дедом. Матушка его, кажется, отправилась на небеса сразу после его рождения. Дед не слишком разговорчивый, зато паренек очень смышленый и бойкий. Он сегодня снова рассказал мне сказку про рыцаря, который ездил верхом на ослике. Дед сильно заболел, ему с каждым днем все хуже. Мальчик очень за него переживает. А среди жителей пошла молва о безумии. Напоследок старик отвел меня в сторону и сказал: «Если что-нибудь случится, ты знаешь, что нужно делать». Я только кивнул в ответ. Это была жуткая ночь. Все стояли и смотрели, как горит дом. Мальчик тоже смотрел, не говоря ни слова. Он не шелохнулся, даже когда взошло солнце. На следующий день он исчез. Мы имеем дело с бешеным мальчиком. Фотокамера, видимо, сокровище. Слушай, такую фотографию мы уже видели. А потом мальчик вырос и стал лордом Сэдлером. Так, подожди, где-то здесь сокровище скребется. О, дед, привет. А где скребется сокровище? Так, если подожди. А, это не сокровище. Пошел вон. Петуш. Так, здесь все взяли, все получается взяли. Так, ну вот, вроде как, слушайте, ну... Деревенская хроника, часть вторая. Все радостно закричали, услышав шум лодки со стороны озера. С этим чудесным маслом ловить рыбу будет как никогда просто. Металлургический завод возвели всего год назад, а он уже стал неотъемлемой частью нашей деревни. Наши косы и ножи сияют ярче прежнего, поэтому они все с ножами ходят. Две рыбины, которые нам достались, едят почти все, что им дают, и хорошо размножаются. Рыба-питомник на болоте тоже добился больших успехов. Значит, деревенька-то жила? Днем я учу детей грамоте и счету, а по вечерам прихожу на ужин к какой-нибудь семье, чтобы послушать, как они справляются с тяготами жизни, и узнать свежие слухи под крышей построенного нами дома. С тех пор, как мне удалось открыть нашу деревню для внешнего мира, мы живем в благоденствии, а люди стали счастливее. Порой они даже улыбаются. Странная группа людей в черных одеждах пришла в деревню из замка и подняла зловещий флаг с эмблемой, похожей на паука. Прочитав проповедь о спасении и всепрощении, каждому из нас сделали инъекцию вещества, которое, по их словам, излечит нас от безумия. Но можно ли доверять им? Похоже, что нет, дружище. Ты же сам прекрасно понимаешь, что нет. Так, ну все, здесь я, получается, собрал все, что можно. Стоит ли сохраниться? Я думаю, что нет, наверное. Зачем? Так, ну самое-то главное, подожди. У нас же где-то здесь должна быть какая-то злобная псина. Слушай, а я могу... Да, я точно могу. Нет, не так сделать. Я хотел сделать вот так. Патрон для винтовки, для ПП. Давайте сделаем ППшные патроны. Патроны правильного питания, блядь. И постреляем из них. Ими. Из них. Господи, что я несу? И постреляем ими. Так, здесь больше ничего нету. Собака. Здорово, собака. Ты что ли бешеная? Походу, она. Я сейчас ее из ппшного пистолета запупыкаю. Запипикаю. Куда она, сука, высыпалась? Может, ее пиздануть гранатой? У меня 7 гранат, надо же их куда-то девать. Где она есть, блядь? Опа-опа-оп, слышу. На, нахуй. Привет. Лови. Ни хрена ж тебе.
Ну, мой-то ножичек попизже будет, да? А так не работает, ты чё? Ну вот и все, ты замужем теперь. Александрит. Александрит отвечает на вопрос, что делает. Блин, она целую очередь выдержала, представляешь? Какая бешеная псина была. Блядь, не стони. Чё вы все стонете, а? Ну вы задолбали, ну правда. Здесь ничего нету? А ничего. А ничего нет. А прискорбно, ёпташ. Ладно, пойдемте дальше. Но тем не менее, смотрите, мы квеста выполнили вообще налегке. Блять, кто там на улице что-то пилит? Такое ощущение, как будто бы просто вот человек с бензопилой, который вот в этой игре есть. Да блядь, не ори. Ну где-то у меня он за окном просто пилит кого-то, блядь, сейчас и хохочет такой. А-а-а, бля. Так, ну плавно же, да? Плавно. Плавно вроде. Вот теперь может сохраниться. Давайте сразу сюда. Все, дальше буду сохраняться уже на нижнее сохранение. Потому что, ну, это тестовый режим был. Опа, я сейчас пойду вот так. В стелс режиме, ё... А, похуй. Махарадла? Ох ты, бля, на нахуй. Сам ты конь, йоу. Бля, началось серьезно. Ага. Блять, он без рук. В хуй пнул. Прикинь, на подшаге ему просто в хер воткнул. Да, воткни в него. У них из башки вылазит вся эта педорость, я не знаю, как по-другому ее назвать, извините. Кишки какие-то, ну, типа паразиты, черви. Вот, они вылазят у них из головы, поэтому лучше стрелять, наверное, в ногу, чтобы они падали. Тогда я смогу добить ножом. Да, давай иди сюда. Тогда я смогу их добить ножом. Мне кажется, это приемлемее. Нет? Да, блядь! Чё за херня-то, блядь? Свинья ебаная! С дороги. Блять, там бынькина пупынька. Так, хаваем. В натуре бынькина пупынька. Ладно, пойдемте. Пойдемте тусоваться. Не кричи на меня, блять. Ты мне не мать. Воу-воу-воу-воу-воу, спокойно. Пойдемте-ка, блять, подрессируем их немножко. Про МПХ говорил. Про мужской половой хуй, видимо. Дурак мимо пробежал, смотри, чё. Вернись, блядь. Придурь, вернись, говорю. Ну, ну правда, ну вернись. Вертай, вертай в зады. Дурак, блядь, пролетел мимо вообще. Такое, может быть, такое законно? Такой говорит. Бля. Бля. Ладно, пойдем, хули мы будем его уговаривать, что ли? О! Здрасте! Отлично, чужак! Итак, чем я могу тебе помочь? Так, что у нас есть? Желтая трава, мысли о былом. Так, вот эта херота. Спину жутко ломит. Слушай, а что херота-то? Давайте мы вот это будем собирать. У тебя нюх, чужак? У меня нюх, да. Так, сила хуила починить. Ну и половинку давайте починим. Тик. О, сейчас я знаю, что мы сделаем. Я знаю, что мы сделаем. Мы сейчас возьмем вот так вот дробанидзе. Прежде чем идти дальше. Иначе придется гадать, как все могло бы обернуться, правда? А у меня что, есть задания какие-то? Поручения. Синие медальоны. Сделано. Сделано. Ну, все сделал же.
Я думаю, сейчас мы отстреляем 5 патронов и сделаем апгрейд ствола. Ручит, бля. Махарадла? Не стани так томно, детка. Блять. Гори в аду. Тоже гори давай. О! Так, иди отсюда. Вот это он сюрприз мне сейчас устроил. Не надо мне таких сюрпризов, понял что? Оп. А что лежит? Ладно, давайте я буду изучать уже, когда хлопнул того ублюдка. Ты где страшный? Куда он уебал-то, я понять не могу. Он где-то рычит, но я его не вижу, только слышу. Вот пробежал он вот сюда. Я хочу его убить. А, вон бынька. Здорово. Раз. Сошли! Два. Три. Четыре. Пять. Да куда ты? Дура, блядь. Я его хотел обойти. С ним можно точно так же поступать, как с бензопильщиком. То есть, когда ты его роняешь на колено, или бензопильщик такой, вот так делает. К нему, короче, подбегаешь сбоку или сзади, и можно его пырнуть ножом. Гораздо больше жизни отнимает, привет, чем обычный урон спинка. Так, сейчас, ребят, подождите. Надо сделать вот такое улучшение. Ну-ка, чик-мык-пык, боезапас. Мы за десяточку сейчас восстановим сразу все патроны. Шикарно, да? Охренеть. Халявные патроны. Халявные патроны. Хуёв, да? Как дров, да? Пиздец, да? Да. Ладно. Значит, берем патроны для правильного питания. Вставляем их. Сохраняем игру на всякий пожарный. Я сейчас в недоумении. Подождите, как так? Как так получилось-то? Это что, они такую дыру залатали? Всегда так было. Если ты апгрейдишь боезапас, то у тебя всегда... Вы всегда восстанавливается полностью весь боезапас в обойме. Какой-то странный бред. О, подожди. Давай попробуем. Вот это мне не понравилось. Я себя чувствую сейчас обманутым, обездоленным, объебанным. По большому счету я как бы их не наебал, да, получается? Такое ощущение, чувствую, как будто бы наебали меня. Так, здесь бочки не восстановились? Нет, не восстановились. Проблема. Проблема, ребята. Бочки не восстановились. Ой-ой, что же мы будем делать-то, а? Пойдем назад. Но вперед. Зачем назад? Вперед. Только мы вперед. Что у нас тут осталось? О, тут вообще фигня осталась. До точки эвакуации просто фигня. Бля, что-то в глаз попало. Чего? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребят, сейчас будет... Ой, как я не люблю этот момент, бля. Я понял, что сейчас будет. В оригинале мы с вами играли в будке в этой, блядь, оборонялись. Это было так душно, это было так потно, это было так неприятно. Тихо-т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 ихо
хотите. Я такой. Класс. Все представились. Да. А теперь... А теперь обороняемся от мразей. И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но к несчастью... Так, сейчас надо сразу сдвигать окна. Я прям помню, что в оригинале надо было сдвигать окна. Эй, помоги. Эшли, живо. Сюда. Лезь. Какая-то мышиная нора.
поиграем? Получается, что да. Опа, опа. А, тут подожди, тут не задвигать, тут надо забивать. А, нет, подожди, задвигать. Состоит из чудовищ. Закончил разминку. Растяжку сделал. Да-да-да-да-да-да, подожди. А, доски используем. А теперь заткнись, пожалуйста. Согласен. Завали ебало. Расслабься, комбой. Чего? Блять, зашел. Так, я, короче, начинаю нервничать. О, ручные гранаты. Точно, у меня же гранаты есть. Отличненько. Бабку, бабку стреляй. Бабки, сука, злые. Бабки, сука, опасные. Хорошо. Ты куда? Я не заметил, куда обратился. Мое упущение. Человек с лопатой, нихера себе. Ладно, разбирайся, братан. Да попади ты по нему, господи. Вот так вот. Отлично. Вот так вот. Воу! Блять, не успел нажать на пробел, представляешь, что? Я разберу. Супер. Шикарно просто. Бля, короче, заебали. На нахуй. Чё за мразь? А, я понял. А почему их так много-то осталось? Стой, 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 не, 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 не обращайся. Согласен, какой-то даблин. Воу, даблин. Куда, блин? Туда, блин. Give me two ticket туда, блин. Блять, убейся! Я ненавижу тебя, ублюдок! Нахуя мне это надо было сейчас? Прекрасненько! Дай мне, пожалуйста, иди твою налево! Так, подожди. Подожди, ничего не предпринимай. Мне необходимо сделать следующие вещи. Мне необходимо найти, и создать, да. Серьезно? Ну хоть так, бля. Помогаю. Нет, 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 ни в коем случае, только не убить. Ты убьешь его или нет, сученька? Я стараюсь не зевать. Но они тут, блядь, как-то на меня сильно нападают. Помоги! Помоги мне! Да на, нахуй, помогаю. Я пошел нахуй отсюда. Ха-ха-ха-ха, пососи-ка. Воу! Нахуй мне доски-то, блядь! Я понял, зачем мне нужны были эти замечательные... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Нахуя ты это делаешь, петух? Дай зайди! Ебать мое колесо! Мне, блядь, только что черепушку расколотили. Я вообще-то нажал на пробел, сученька! Я в охуенезе!
Я просто в охуенезе. Что, блядь, происходит? Что, блядь, происходит вообще? Что за хуитация? Я еще и нож сломал, прикинь. Ты как так делаешь-то, блядь? Я не могу, сука, меня прям пробешивает. У меня просто очко кипит, блядь. У меня просто жопа, блядь, взрывается. Я ненавижу такие моменты. Че, блядь, за истерика-то ебаная? Все патроны нахуй потратил, все гранаты нахуй потратил, блядь. Заебись. Все лечилки нахуй потратил. Это просто какой-то пиздец невыносимый. Что это было? Я не понимаю. Если еще и хуево записалось, я вообще не буду проходить эту ебаную игру. О, меня прям что-то меня бесоебит. Ой, блядь, не кашляй. Скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Сообщение от курьера. Сегодня привезет корпус, да. Кашель вызывает нечто под названием... Туберкулез вызывает кашель. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. А придется? Но все не так страшно. Пока что этого паразита, Плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания. Видите? Опа! Так ты тоже? Не бойтесь. У Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. И почему вопросы ты... подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи. Заебись, главу прошли. Да, хотим, да. Отличненько. Фуй, хорошая была встряска. А, как-то мне можно дальше? Да, спасибо большое. Зато проснулся, знаешь, пробесоебило. Что-то как-то сразу меня сегодня начало бесоебить. И проблемы с записью сразу начались, блядь. Привет. О, Адушка. Сиги. Да, хуй завернутый в газету. Заменяет сигарету. К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать... А завернутый в платок заменяет целый блок. Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив. Ай, блядь. Больно коленку, наверное, да? Мне помнится. Мы должны были выпустить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Такой, дай за сиську потрогать. Ты такой. Все-таки зануда, да. Ну ладно. Сейчас схожу за ним. Шикарная задница. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Закладку? Судя по всему. Это гнездо. Глухаря. Новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Так, ребятушки, ну что? Что со мной теперь будет? Да кто бы знал. Для начала... Давай просто выберемся отсюда. Согласен. Ладно. Что ж, ребятушки, дальше пойдем уже в следующие серии. Я надеюсь, что уже никаких проблем не будет. Хотя я так надеюсь... Блять,
каждой серии все равно что-то происходит. Но, тем не менее, проставляйте ваши лайкосики, оставляйте комментарии, заходите в группу, ссылочка внизу в описании под видео, там же ссылочка на наш телеграм-канал. На сегодня все, я с вами прощаюсь, с вами был Евгений Алиматрикс, всем пока-пока, еще увидимся. We'll be right back.